Здравствуйте, дорогие зрители, с вами снова мы на Friends Channel, и сегодня мы играем в сам Айдар. Поздоровайся. Да, всем здравствуйте, уважаемые зрители. Представляете, мы уже все начали серию, арендовали тачку хорошую. довольно-таки дешевую, но хорошую. Максим, отойди, мы тебя убьем сейчас. Ну-ну, пошел вон отсюда, бомж. Ты смотри, что у Максима жизни. Это я его потрепал. И что делать теперь? Двухместная. Пошли пони берем, пони. О, не-не-не, сейчас точно она зарезается тогда. Раз это зарезалось. Знаешь... И вот, и у нас тачка взорвалась, и там что-то с бандитом крашнулось. Вот. И так что нам заново, вот, видите, придется записывать. Ну все, для вас запишем. Не проблема. Правда, мы уже сонные такие более. Уже позже стало намного. Головочка болит. Да, голова у всех у нас что-то болит. Ну, чё, мы опять поедем сейчас на оружейный завод. Но сначала, я думаю, давайте тогда уж в лесопилке куда-нибудь съедем, потому что Максиму надо покушать. Я знаете, что хочу подметить? Вот ты говоришь, что раз это зарезало, значит, что зарезается. Она не зарезается. Знаешь, когда она зарезается? Помнишь, я тебе говорила, если долго в машину не садится, то она пропадает. Ну? Она пропадает и тут резается сразу же. Ну, мы же ее взорвали. Ну, ее уже кто-то успел забрать, если он ее взорвет. Короче, покупаю эту точилу. Максимка, садись в кузов. Давайте я точно, наверное, сяду сюда зрителям показывать. Так ты так-то то же самое будешь видеть. То же самое, окей. Мы бандами будем потом. Давай садись уже. Что-то он у меня тупит немножко. Взял тачку, сломал. Что? Смотри, она плачет немножко. Блин, точно. Я чуть не могу сесть. Ты не можешь сесть. Ой-ой-ой, извини. Типа не надо сажать Максима в меня. Он не снимает. Это все тачка, это не я, это все тачка. Это все тачка тебя закрывала. А что там Максим порезался, мне кажется? Нет, у меня вообще мало жизни. Я упаду. Ну что, куда идем? В лесопилку, в шахту куда? В шахту давайте быстренько за едой, потом и обратно. Разворот, Айдар. Айдар. Подожди же, я закрою тачку-то. Я такой сижу. Вот он сейчас, он говорит, закроет, на самом деле, лок он сейчас... 3. Он сейчас, на самом деле, в GPS, мне кажется, сидел. Нет, лок 3. Куда, налево? Прямо. Нет. Нет, короче, смотрите, шахта, кушаем, мы прыгаем там во враг, дальше кушаем. В каньон ты сам прыгай, давай, я не буду тачку уродовать. Ну, нет, тогда спускаешься на тачке, в шахту, быстренько кушаем. Я кушаю. О, как раз шахты же там недалеко до оружейки, да? Нет, не туда, Айдар. А куда? Какая самая ближняя работа к оружейке? Шахта. А, к оружейке никакая. Ну, давайте в шахту потом, пускай займем. Едь только прямо и все. Ладно, все, давайте о чем-нибудь поговорим. О чем мы в прошлой серии-то говорили, которая не удалась у нас? Я уже забыл. О баракабаме. Тихо ты. Куда ты поехала? Не туда, что ли? Я говорю, прямо едь и все. Давай, едь, пускай едет отсюда. Опять Бизи горный козел хочешь? Айдар, едь назад, пожалуйста. Хорошо. Ну, не надо. Ну, о чем там мы говорили, я уже забыла о чем. О том, давайте... что отключай нет. Не-не-не, о том, что у нас Данила есть хороший друг, Максим так себе. И Данил хороший. Ну чё, что-то я не хочу в розовом цвете ездить. А ты не розовый? Какой розовый цвет? Серый. Я серый. У меня серый? Давай тачку на. В смысле, реально серый? А так мы продолжаем. Меня с больницы. Да, блин, короче, смотрите, мы его забрали. Потом, все, мы стоим, к нам прибежали эти голубые. Там скины можно поменять. Нас всех убили, и мы его сейчас опять возвратили тачку нашу, отбили, короче, кулаками. Айдар, разворачивайся. Там скин. Не, На одном месте крутишься. Все, налево. Тут где-то был скин, я видел. Налево. Сейчас я закуплюсь, тормозим. Я тоже с тобой схожу? Ну, хоть сходите со мной. Это скины. Хеллап сделать можно, кстати. Поехали в магазин оружия, биты попробуем купить. Попробуем. Магазин оружия не... А сначала один зайдет, попробует купить, потому что там платный вход. Ладно. А нет, ну ладно, значит платный. Скин самый нормальный, стоит 30 тысяч.
проще машину купить. А ты же тогда за 10 где-то видел? Ну, я за 10 знаю, но он не такой прям идеальный уж. Да? Сейчас посмотрю. Но я его баю. Давайте поговорим о нем. Давай, покупай за 10. Давайте поговорим о яблоках. Все, да, я купил. О, ну нормальный скинок, мне нравится. Сейчас, погоди, сейчас проверим кое-что. Подожди. Ну? Нет, 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 смотри, что у меня еще айдер есть. Сейчас. Ох, ты крут. Ты видишь меня? Сейчас. Подожди. Сейчас, Максим, подожди, на фургоне, да, сидишь? Да, у меня, короче, у меня 7000. Смотри на меня. Айдар, идем, идем, выходи, сейчас Максиму покажем. Данил, у тебя сколько есть денег? 3000. О, как раз можешь перечислить? Нет. А зачем тебе? Тоже скин хочу за 10к купить. Накопи свои. А, ну давайте, покупайте, покупайте. А я попробую оружие купить. Смотри, видишь меня, Максим? Смотрите на меня еще. Покажи. Да, вот так, сейчас. Понятно. О. Офигеть. Так, класс. Смотри, еще есть. Вот это, сейчас этот убираем. Вот еще что есть. Понятно. Сейчас смотри, подожди. Видишь, Айдар, вот эту? Да. Сейчас еще есть. Короче, сейчас я не 5 секунд, дайте, я немножко дойду. Выезжайте, просто, ну, будем напечатать. Смотри, Айдар, еще вот есть. Да. Что лучше? Ну, мне кажется, которая такая полосатенькая была, самая первая, такая серая. А, вот, сейчас, вот такая тип. А, Данил, залезай быстрее. Вот такая тип? Да. Я немножко отходил, все, я пришел. Да, ты не шуми. Все, едем в магазин оружия. Открывай. Все, поехали. Ой, я забыл сейчас. Быстрее залезай, пока этот бомж не зашел. Все, поехали, давайте. Ой, мне залагало. Я еще сейчас такие очки себе присмотрел. Ну, Айдар. Я столько всего себе. Так, где у нас амунация, Данилка? Значит, право. Не, может, Данил, ты передашь деньги Максиму? Блин, я знаешь, как долго копил? Я хочу себе еще очки купить. Лево. Ну ладно, окей, а, хотя... Давай прямо. Давай. Лево. Лево, лово. Так, и теперь куда? Пока что прямо. Так, давай направо. Это, ух ты, зеленый. А зеленые они, это кто? Гроу-стрит. Давай налево. Это, ну, это за кого мы играли в Сан Андреас. Потом они нас предают. Айдар, ну, давай, да. Вот, давайте поговорим о сюжете Сан Андреас. Да. Я именно всю проходил. Я из-за того, что приходилось GTA переустанавливать, я проходил до миссии. Конечно, где-то... GTA Сан Андреас сравнить с GTA 5 у сюжетки, это нельзя такое ну, делать. Ну да, и незабываемая GTA 5, когда я в нее поиграл. Давай, да, ты правильно поехал. Налево. Прям так, сейчас ты... опять налево. А, мы на цель. Я сейчас попробую зайти туда. Если вход не получится... 500, давайте все зайдем, что? Не-не-не, вход 500, дорого же. А у тебя сколько, Айдар? Пускай один. Давайте я попробую. Один проверю только, и все. Мне кажется, можно в магазине 24/7 купить. Биту, что ли? Не-не-не, там только веревку можно, например, купить. Кстати, ты в курсе, если ты свяжешь чувака командой, ну и у тебя не будет веревки, кстати, я не могу зайти, а вот могу. Так, сейчас, подожди, я проверю. Что у меня как-то это... А, у вас нет лицензии на оружие, нет, даже бит нельзя купить. 500 рублей просто заплатил. Ну, долларов. Ну все, тогда 30 тысяч сейчас надо накопить хотя бы одному, чтобы один хотя бы с оружием был. Че это за уродец сейчас сделал? Так эпично Данила задавили. Так, куда теперь едем? Мы Данила оставим. Ой! Я тут себе очки примеряю, главное, вы где, кстати? What the fuck, я с автобусами дерусь. Давай, Данил. Оу, наглый. Довони его. Вообще наглый. Закрой дверь, Максим. А, ладно. А у меня все закрыто. А у меня задний болтается.
Читай, Дар, у него тут цвет другой, то все закрыто. У меня опять цвет другой, не серый. У тебя какой? У меня такой цвет Г. Такой Г с Г. А у тебя какой, Максим? Серый. У меня тоже. У меня у одного сейчас... Право, нет! Право, право! Дурачок, право колеса! Право колеса. Кто-нибудь выходите из машины, переворачивайте. Не надо, вправо выворачивать всегда колеса надо. Если ты падаешь на правый бок, то вправо его поворачивай. Ну, мы не решили, куда сейчас поедем-то. А вы на шах? Нет, гоу в оружейный завод. Ну да, давайте покажем оружейный завод в этой серии, успеем сейчас, наверное. Просто... Ну, давай. Помогать или мне? Давайте, знаете... Что-нибудь давайте в Лос-Антосе поделаем. Я не хочу из Лос-Антоса в этой серии выезжать. А я хочу. Мне пошлите по банно покатаемся. Ой, давайте реально в штаб по банно съездим. Не-не-не-не-не, они нас как нефиг делать. Мы же не на интернете. Если общаться будем, так как... Ну, ты, ага, ты не знаешь вот этих... Скажем, хей, нига, они тебя сразу застрелят. Смотря каким скажешь, хей, нига. Большинство вот таких агрессивных так и сделают. Не, да. Ну давайте для хардкора покатаемся по банам. Вот я помню... Пускай Айдар починится. Я помню вот... И будет класс. Блин, ты меня сейчас бесишь. Я помню, на том сервере там была такая фракция стритрейсеры. Там у нас стояли... О, синенькая, реально. У меня белая. Теперь Максим левый. Максим левый. Она такая радужная немножко. У меня тоже немножко не синяя. У меня какой-то гость синий. Ну что, давайте решаем, куда идем. По банным кататься и хардкор. И вот смотрите, и там были у нас стояли мотики. Так, я пока по карте похожу. Тут стояли мотики, стояли ханки. О, пошлите в Гроу-стрит. Нет, может, мне не дадите слово, а? Давай. Да, конечно, давай, Данил. Многоуважаемый Данил, говори. Спасибо. Ага, да-да-да. И вот, там стояли... Ну, говоришь, что ты не говоришь. Ну... Там стояли Хантли, Султана, Инферносы, но на Инферносах нельзя было кататься. Потому что, типа, для высоких рангов, для главных. И были мотоциклы. Она, знаешь, чему учили? Чтобы ты подъезжаешь на банду или копам и начинаешь их как-нибудь любыми способами агрить. Я тебе агрить. Баласов предупреждаю. Агрить можешь любыми способами. И просто по всяким улочкам, не просто по дорогам ездишь, как обычная машина, а по улочкам, чтобы тебя не... Чё, готовы к дети? Да. Стой, я сейчас крикну. Пишите Хайнига. Хайнига! Всё, убегайте! Нет, не уезжай. Вали. Сейчас насядут в машину и такая, прям весь бал с нами. И мы такие на радужной пони. Ца-ца-ца-ца-ца-ца-ца-ца. Есть в Гроу-стрит. Мне не пропустилось. Да. О, норм. Каким? А помните, каким он парнем был? Что там? Данила потянула на песенке. Ой-ой-ой, блин, я так ненавижу этих голубых. Есть... Давайте находим голубых и кричим им хайнига. Не, голубым точно нельзя, они не любят. Есть ацтеки, во, я вспомнил, ацтеки и рифа. Ну ладно, рифа. А мы зачем сюда поехали, Эйда? Чтобы по... Гроу-стрит. Мы едем в родные места в Сан-Андерсе. Нет, уже не родные, там же предают. Они на самом деле все время предавали. Ну как сказать, я имею в виду то, что... Ну все равно как-то, а тут домик наш был. Помнишь, там справа этот сейчас улочка? Есть что, оттуда, наверное, свалим сейчас. Никого нет, да? Что, они вообще какие-то валки, никого нет. Знаете, у меня есть идея. Сейчас зайдет к ним домой, куда-нибудь там. Машины побьет. Уйди. Ой-ой-ой, боли. Нет, не боли. Значит... Он, кстати, не Гроу-стрит. Там, кстати, еще один сейчас, по-моему, будет битва. Давай, мешаем. Вот ему тачку, во, мы его поломали. Миссион комплит. Миссион комплит. Так, куда поедем? Давайте к синим, да? We win.
О, я вижу балласт, ой, Гросс-Крита. А вот это что такое? Это, вот это, наверное, рифа. Вообще рифа голубые, но тут почему-то они, видимо, такие. Давай задави его, задави. Он на паузе. Он в ФК, ну, ничего не будет ему, его не убьет. И мы только тачку покоцали. Давайте на голубых, голубым скажем, Хайнига, ну пожалуйста. Не, давай Максима выкинем из тачки. Да, давай, я приготовлю команду сейчас. Не надо. И посмотрим, долго ли он там проживет. Не надо, на камеру. Наоборот, на камеру, ты же хотел хардкора. Survival Максим. Смотрите, у синих самая большая территория. Это, по-моему, рифа, если я не ошибаюсь. Слышь, это надо. Вот. О, давайте поедем каким-нибудь. Survival Максим VC Нига. Да, это рифцы, это рифцы. Только у них вообще друг. Кричать? Да, хай, рифцы пиши, не на деньги. Сейчас такая вылазит толпа и достает пистолетики. И начинается пиу-пиу-пи-пи-пиу. И давай еще раз. Да никого. Не, надо лучше синюю машину, синюю. Вот синяя, по-моему, правда ихни. Давай еще раз. Кстати, торнадо такая красивая, мне она очень нравится. Ну да. Так, ну что, поехали наших друзей. Давайте на голубым. Ой, ну, поехали. Вообще все. На пляжу поотдыхаем, нет? Не надо, к голубым поехали. А, помню сервер в МТА, мы, короче, просто был мужик, ну я с ним вначале, я с бандой их не ругался. Потом мы жестко подружились. Чисто приезжаем на пляж, там можно делать такую штуку. Пишешь в определение. Максим, а ты знаешь, где... Ой, Данил, ты знаешь, где сейчас мафия, нет? Нет. Где-то ты разоблажен в мафии. Знаю, конечно. Поставь... Так, сейчас я... Где у нас мафия? Где якудза у нас, знаешь? Кто? Якудза, да. Ну, давай объясни, что это якудза. Ну, ок. А якудза такая... это что? Это мафия. Смотри, есть банды, есть мафии. Мафии, например, они покупают оружие у военных тех же самых, а банды, они воруют оружие. Банды — это просто шайка. И, да, банда — это шайка. И банда не может, например, контролировать там магазин, там любой, да? А мафия может. Ну, вот, да. Мафия — это просто триада, а банда — это шайка детишек. Приготовься. Называется «Приготовься». Я хотел в ту расщельную просто. Надо было... Пиши, Данил, не Хейнига, а Хейнигера. Это совсем разные вещи. Так, ну что, давай куда в якудзу ехать? Не в якудзу, сначала к голубым. Выкидывай, короче, там Максима. Да, поехали. Высадка, Максим, высадки готов? Нет. Эй, а что у меня очки снялись? Все, поехали к якудзу, Данил. Давайте на 5 секунд к синим, ой, голубым такая скажем, ну пожалуйста. Максим реально там выкинет, он мне уже достает. Ну попробуем, чего вы это? Я все равно недавно в GTA начала играть. Ой, в сам. Что-то тут такие агрессивные ребятки. Я вот помню, на сам ПРП был в армии, был в рифе. В банде не очень-то интересно, просто вот, жизнь. Вот. Вы знаете, что вы себе готовы? Вы знаете, что себе не жизнь портить этим? Я знаю, куда заехать. Знаешь, куда заезжать? Знаешь, да? Или нет? Прямо. Кто мне звонит сейчас? Не знаю. Мне и даже звонят. Что произошло? Не знаю. Ты вылетел. Езжай, короче, прямо, пофигу. Нет! А, серия продолжается? Да. Вроде бы. Максим, ты... Максим, ты ставишь на паузу? Нет, мы... Давай, садись быстрее. Мы же голубым едем. Ты же знаешь, как заехать, да? Нет. Вот прямо едь, сразу резко налево, там можно заехать. С ворота, да? Да. А тут разве трамвайчики не ходили? Один а, это... Знаю. Блин. А, вот, кстати, русская мафия. Голубого, дави голубого. Дави всех, отстаки. Отстаки лавки. Он стреляет! Уезжай. Это называется... Нет, за что? Тебя убили, что ли? Нет. Езжай в чинку. Давайте Данила выкинем.
Нет, я не приготовила эту команду. Как-то ты, конечно, говоришь, тебя выкинули. Давай сюда Нилу выкинем. Да уж. Расстроил как-то ты меня. Так, куда теперь ехать, Данила? Лево. Лево, 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 лево. Еще раз. А, нет. Лечится, да? Еще раз лево. Ну и тут прямо. Наверное, не туда конечно. Я понимаю уже. Сейчас еще глубом поедем. Давайте глубом. Нет, 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 надо починиться и все валим. Стой, стой, стой. Я, такой, я не такой тупой. Стой, меня не дави, не дави, не дави, не дави. Давай стой, я там попробую остаться. А че двери не закрываются? Потом отдадите мне все. Я тебе ничего не отдам. Гроув Стрит. У меня очень. У меня снилось не у тебя. О, они все к синим поехали. Все, сейчас походу перестрелка начнется. Не-не-не, не перестрелка, у них какая-нибудь, не знаю, обмен оружием. Да не езжайте к ним. Не езжай, пожалуйста. Едь прямо. Напиши хайнигер, пока было лохи. Хрень, я сейчас сказал. Пошел вон. Смотри, он пошел к ним. Давай, мы тебя подберем, Максим, давай, быстрее. Побери их, поударяй их. Открывай! Поударяй их! Иди ударяй их, иди. Пока не начнем. Я уже открыл тачку. Если что, сваливаем. Бомж всех сейчас раскидает. Иди, пока не начнем стрелять, агри их до конца. Кто бомж едет? Уже. Все, спасите меня, спасите, говорю. У меня механизм не заполнится, дверь. Все, го! Бежим! Бежим! Давай! Он в АФК вставил! Бежим! Го, давайте! Механику надо звонить! А что случилось? Что? Что это? Все, пошли бить все! Ой! Давайте поиграем в игру «Догони меня, Ацтек». Колумбию не трогаем. На тебя. Не бейте меня. Мы, по-моему, сейчас завалим кого-нибудь. Он пистолет взял. Он пистолет достал, все, валим. Ой, ё-моё. Вообще весело. А? Веселее даже, чем играть и развиваться. Давайте его убьем. Я сейчас этого мужика довалю. По мне, по-моему, сейчас стрелять будут. Валим. Он нет! Не приехал. Как убили, меня убили? Максима убили, валим. За что? Ну ладно, давайте, наверное, уже заканчивать. Нет, нет. Надо. Меня сейчас убьют! О, нет, Дори. О, он такой... понятно все. А меня не убили, сам Эгер был. Ну что, на этом у нас все? Да. Всем до свидания, дорогие зрители. А, у меня, оказывается, бензин закончился. Всем до свидания, всем. Пока. Пока. Даниил. Пока.